Телеканал «Енисей» совместно с Альянсом «Красноярье без сирот» объявляет о старте второго этапа проекта «Сердце километры». Нас ждут новый маршрут, новые участники, новые впечатления. В этом году мы преодолеем более 700 сердце километров. Приглашаем вас на первую в этом году встречу «Круглый стол. Красноярский край без сирот», где мы обсудим все актуальные проблемы детей, оставшихся без попечения родителей, и расскажем о плане нового велопробега. Встречаемся 18 марта в 15:00 по адресу город Красноярск, улица Парижской коммуны, 33. А вы поддерживаете сердце километры? При поддержке компании «Красцветмет».